Хорошо, всем привет, привет еще раз. Вы на канале Пиратская жизнь. Ну что, уже время день, а мы только-только выбираемся из дома. Все утро там то мылись, то еще там что-то. Короче, сейчас взяла вам вкусняшку, собачка. Сейчас покормим собачек. Вот, и хотим съездить на рынок. Надеюсь, он еще не будет закрыт. Вот, и будет все нормально. Тут куча курицы, тут куча бекона. Чем собакам сегодня будет прям праздник. Мы ее не доели, курицу, и решили не рисковать, пока живую больной. Вот, в общем, решили не рисковать. Здесь так приличненько курочки, причем вообще не единой. Вот, она в холодильнике была. В принципе, нормально, но я рисковать желудком не хочу. Я сейчас лучше все такое свеженькое, более-менее. Ну, собачки будут есть, не будут, но делаю их. Мы предложим, потому что пускай сами решают. Сейчас, кстати, весь отревин, прикиньте, за 2 дня весь избрызгали. Нам мергать. Вроде забрызгалась, вроде конфетка, все равно максим. Тайца, прям большая такая. Куча детей, куча матерей. Так, наш рай, наш рай. Наверное, это мой рай. Да. Взял пакетик, чтобы руку выпачкать. Сейчас, надеюсь, мы их найдем. На улице, конечно, как-то так мерзковато немножко. Ну, хотя нет. Сегодня, кстати, классная погода, не жарко. Ветерочек такой. Вчера вообще прохладно было, 22 градуса. Сейчас 26? О, отлично. А вчера, кстати, прохладно прям было. 22 градуса было, но, ну, ночью. И причем, знаете, мы окошки открывали, и я прям замерзла. Я Вовану просила закрыть даже. Прям было холодно. Кстати, сегодня открыли еще этот Family Mart. Сейчас позырим. Ну и собакам завтрак. Ой, все. Надеюсь, дальше будет только лучше. Я не люблю такое состояние, не люблю болеть. Особенно на отдыхе, конечно. Да, каждый день на счету. Обидненько. 7-Eleven открылся. Надо туда зайти, смотрите. Он туда заходил, говорит, прикольно. Я надеюсь, собачки на месте. А? А, домик воду, но их везде. Так, ну что? О, один есть. А черненький где? Черныш? Тоже дрыхнет. О, ну все, пошли. Пошли. Ребята, обед. Поздний ужин. Привет. Кушать будем? О, сразу отреагировал. Вас сегодня только 2. Ну, хорошо. Третий где? Ну, ой. Ну что, кушать, да? Ай, мукбанг, да? Ну все, передаем Вовану камеру. Начинаем кормить. Мясо, мясо, мясо. Ребят, я подготовился. Я сегодня в пакетиках, чтобы лучше не пачкать. Так. Кому у нас пойдет крылышко, а? Кому крылышко? Давай тебе. Первому. Не хочет. Вообще, это вот наглый вообще. Ну и пускай идет тогда. Этому отдай. Ножка. О. Ножка вышла. Тебе ножка. Смотри, ты целая, видите, куски мяса. Ну, вниз отправляй. Чего? Целая ножка. Бекон будешь? Нет. Куски бекона. Да он сытый. На полюху. А вот это бекон он будет. Беконом не кормят. У меня здесь много, давай шустрее. Так, надо дать тебе бекон. Кушай. Так, на тебе еще шейку. Сама хотела съесть, но вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз. Видишь, когда сама будет, наверное, а? Нет, они едят еще. Отстань. Видишь, никак. А ты убежал. А он там кошечку грызет. А ты он сытый. Все? Ну все. Ой, тот грызет, нормально. Все, он ест, он вон, видишь, ест. Вижу. Все. Так, давай, короче, просто оставим. Вкладывай и все. Все. Пакетика. Закончили. А и потом будет. Я вам оставлю. Ну, пошел туда. Все. Так, это грызет, нормально. Там, короче, еще есть.
Прям ножку, смотри, как нормально угрызает. О, и тот, смотри, из пакетика. Он, походу, из рук, может, не берет. Странный он. Это он крылышко ест, смотрите-ка. Нормально. Ребят, вы сейчас пока здесь грызете, а этот все сожрет. Смотри, а он, видать, из рук не берет. Да? Да. А я думаю, он вообще не ест. Тот вообще бодренько так, смотри. Все. Так, ну что, давай, вызывай это такси и поехали. На рынок на Клауа. Все. Да. Ребятки, простите, не самый швежак, но лежала в холодильничке. Надеюсь, что не задохнулась. Аккуратненько. Сами должны были съесть. Черный, иди сюда. Черный, иди сюда. Черный. Вон там, вон там. Черный. Черный. Вон в пакете. Давай. Иди там. Все. Пускай ребята сами разбираются. Вот и все. О, этот шейку грызет. Ну ладно. Дал бог. Покормили. И все. Ну, ребятки, давайте. Будет еще курочка, косточки. Мы вам принесем обязательно. Подъезжали, да? А здесь немножко по-другому, да? Слушай, так быстро домчались за 150 бат. Вот, по сухому виду вообще моментально от нас. Вот, и задумаешься, то ли через весь город пердяшись, то ли на этих тук-тук, то ли вот за такси 150 бат и ты на месте. Так, давайте смотреть, что у нас здесь вообще продают. О, рыбка, о! Наверное, это мой рай. О, вот здесь вот красота. Смотрите, сколько рыбы. Сушенки. Кстати, здесь нужно быть осторожным, потому что могут быть они сладенькие. Так, блин, что у нас здесь? А? Сушеная. Всякая фигня. Да. Не, ну тут так-то сушенки очень много, всякой разной. Вон палочки, смотрите, цены указаны. Да. Ну мы помним, что-то взяли вот такое, он сладкий. Вот что такое. А это какой-то красный, да? Смотри-ка. Что это? Все интересно, 150 бат. Надо будет попробовать, тоже потом принести. Тоже вот такая вот. Кто-то, что за рыба такая, да? Не знаю. Надо смотреть. Давай смотреть. О, кальмарчики сушеные, видите? Тоже, смотри, видишь, мелкие. Да. Ну, это пока, кстати, 480, да. А есть покрупнее за 500. На вес. Это за килограмм. О, это за килограмм, да, по-моему? За килограмм креветки, да? Вон эти, кстати, сушеные, которые они любят валять в Паттайе. Вот такие вот мелкие. Вон кальмарчики. Такие цены. Сразу, мадам, что вы хотите? Выяснили. Так. И это только сушенка. Она хорошая. Мог не торопить? Вот, 400. Это пакет. Да, 450. Есть прессованные 470. Да. Ну, по 80, да? Вон кальмаров здесь куча. Как все. Везде все написано, кстати говоря. Что почем. Вот, но креветки здесь зачетные. Креветки мы обязательно возьмем. Сейчас погрызть. Потом, когда домой поедем, уже будем предварительно сюда еще приедем, уже конкретно будем закупаться. Сейчас просто обзор такой. И посмотреть цены вообще. Кальмар. Такой, такой, да, такой, да, да, такой. Да. Там много. Да, много. И вон в кунжуте рыбки такие-сяки.
Вот, думаешь, например, маленькие пакетики. Нет, вот это. Ну, это за пакетик, да? Вот такие вот сушеные. Это мы привозили, очень вкусные. Их как снэк вот ешь. Очень вкусно. Ну, как вот дуриановое масло. Не, я отставать не буду. У меня все закрыто. Начинается рыбный рынок. Причем вот мы приехали, уже время 4 часа. Дня. Вот, а он до сих пор работает. Здесь мокро. Имейте в виду. Креветки, крабы, кальмары. Ой, здесь полно что. О, соусы всякие разные. Миди, устрицы, народа. Кстати, к вечеру здесь хорошие скидки. Вот, по 240. Смотрите, какие креветки классные. Обалденно. Здесь все лежит на льду. Крабики. Здесь можно взять, и здесь прям вам и приготовят. И куда ты пошел? Вов, куда ты пошел? А что ты там забыл? Нам туда? Так-то вообще прямо? Вообще так-то там, вообще-то оттуда идут? Нет, не оттуда. Вот здесь, кстати, прямо вот здесь их готовят. То есть вы можете здесь прийти, взять креветок, рыбки, да, и вам здесь приготовят. Здесь же можно и водички. Кстати, по-моему, та же самая бабушка, которая была. Во! Смотри, вон, видишь, бабушка сидит. Та же самая бабушка 3 года назад, или 4 даже уже, представляете? На том же самом месте, охренеть. Здесь вот все стабильно, ничего не меняется. Здесь и фрукты, и прочее. А, начинается точно. Начинается он тут вот. Вот, а там уже, как говорится, конец. Здесь и еды полно всякой разной. Ну да. Здесь, конечно, клево. Вон рыба в соли. Дофига, всякое делают. Здесь реально нужно смотреть под ноги. Вон тут же и спят. Вот так вот. Вот так вот люди тут же спят, тут же едят. Можно, кстати, взять и пойти сесть на газончик. А вот здесь, кстати, видите, готовят все. За 30 бат вам все приготовят. Хотите? С чесноком, пожарят, на гриле. Все, что хотите. Да, ну пошли. В этот рай. Так. Начинаем с отсюда. О, смотри, что такое? Осьминоги. Смотри, он с банки вылазит вообще. Охренеть. Смотри. Это осьминог, он из банки вылазит. 90-70, да. Эти мелкие по 70, это среди. Это у нас здоровые такие ракушки. По 160 за килограмм. Булдей, да? Рыба, кстати, живая еще. О, кстати, показывал, что, видите, они у нас с этими, с крабиками. Вообще. Да. Вообще, как это, икренных покупают. Да. Вот, всякий раз. Связанными ручками, ножками. Охренеть. Да, устрица, смотрите, показывает, какая здоровая внутри. Это 50 за штучку. Так, здесь у нас уже какие-то кальмарчики тоже. Класс, да? Ой, что-то. Гребешки вижу. Креветосики 380. При лошади. Еще 300. Кстати, сейчас вот вечером они дают реально по скидкам. Вот, за 500. Такие вот. За 300. Это, о, а это чужой. Я не мечи хвост, да. Только я не знаю, что здесь есть, конечно. Здесь, а по-моему, икра у него только естся. Вот такой. 380, я не знаю, килограмм или за штуку. Ну и крупные, да? Мечи хвост, да. Здесь мокро. Рыбка. Там 420, крабики. Икра какая-то. Вот тоже такие, знаете, как рапанчики. Ну, что-то такое. О, тигровые креветки по 900, нездоровые, красивые. Обалдеть. Вон тоже устрица. Креветочки всякие. Тут, конечно... Лобстеры, да, кстати, лобстеры здесь тоже. Вот маленькие. Это уже по 950. Кстати, можно взять, и действительно вам здесь пожарят. Хотите с орешками, хотите с чем хотите. Так. Не, здесь классно. И вот считайте 4 часа, а здесь что до сих пор? А это эти, как их? Да, супер.
знать. Это богомол, креветка-богомол. Крабик. Привет. Вот, их тоже, кстати, едят. Помню, где-то тоже их ели. Не помню, где. Где-то мы их ели. Здесь уже аккуратно, они все в резиновом ходят. Весьма такой аутентичный рынок. Здесь закупаются не только туристы, но, конечно же, и местные. В рестораны считается одним из самых недорогих рынков. Вот. Вот видите, здесь вот так вот идут. Туда не пойдем. Классно. Тут какие-то рыбки. Вот по 150. Это то, что едят. Да. Миди. Вон тебе миди. Вот по 60. Причем за килограмм. Мам тут насыпят их кучу. Их, они тут едят их как это, как семечки. О, смотрите. О, смотрите. Вот. Он по 250. Причем при. Смотри, по 250. Хорошо. Вон тут парочка убежала. Такая вот. Палец тут. Можно взять? Подержать. Ай. Причем, кстати, знаешь, я взяла, она такая клешню, хопа. Еще чуть-чуть, она мне палец так это втиснулась. Вот кальмарчики прекрасные. А это гребешочки. Гребешки. Да, кстати, здесь есть и открытые. Тоже вот всякие ракушечки. Тоже кушать можно. Они здесь едят все. Здесь, знаете, здесь такая рыба, такая, такие креветки и прочее. Сашими. Не, не хочу. А, сашими. 150 бат, кстати, хорошая цена. Но он наверняка лежит на каком-то травке. Поэтому не так много, как ты думаешь. Я думаю, это такая же схема. Прям. Целыми днями. Каждый день такой рынок работает. Я не знаю, с 6, по-моему. А если хотите самые свежие морепродукты, приезжайте сюда пораньше. Здесь приезжают прям лодки. И можно это все купить прям с лодок. И дешевле намного. Вау. Просто классно. Один кальмар. Кальмары здесь дофига. Сезон кальмара. Сезон кальмара. Кстати, зеленые фонарики, которые вы можете увидеть вдоль берега, это вот как раз ловят кальмаров. Так, здесь побольше, здесь поменьше. Нет, здесь чем глубже заходишь, тем дешевле. Так что заходите поглубже. О, смотрите, какая прелесть. Какие-то прессованные, видите? Их лучше не трогать, они живые. Да. Тигровые, смотри, по 700. А с икрой не хочешь? Вот там рыбку чистят. Вон икра отдельно просто. Это сухо. Душ продают. Пойдем. Здесь прям капает с них. Икра? Да, рыбка прям разделанная. Кусками порезанная, пожалуйста. О, это, по-моему, пираньи, что ли? Ага. Смотри, как. Местные. Ну, похоже. Это не пираньи. А похоже. Очень похоже. Что это за рыба? Напишите в комментариях. Обалдеть. Очень похоже. Или рыба-луна какая-то, да? Луна, да. Ну, смотри, рыба все прыгает. Ладно, иду, или? Класс. Обалдеть. Супер. Здесь очень много людей. Кстати, смотрите, в основном нету иностранцев. То есть в основном все азиаты. О, креветочек по 200. Тоже сушеночка. Но здесь, кстати, по-моему, подешевле. Давай возьмем пакетик. Домой еще. Сегодня. Вот там есть. Не брали у них. 260, по-моему, да? Нам домой надо будет прессованное. Ну вот такое. Это 260 вон так. Они улетают вообще очень быстро. Ну, пойдем дальше, там еще есть. Там нет, там нету? Ну давай здесь возьмем. Чтобы ходить с пакетиком, как оберег. Да-да-да. Давай. Такой возьмем или какой? Что? Да нет, вон там, вон. А, вот тут вы? Вакуумный, нет. Вакуумный. Да, да. 260, да? 260, да. Ну, давай как попробуем. Как мы брали на подложке,
Да, да, да. Вот это мясо вот этого. Не, или вот это тоже взять хочешь? Мясо, давай возьмем. Да? Вон, в пакетике вон, если хочешь мясо. А, мясо? Да. How much? Тынь-тынь. 340? Maybe 300? Ну, давай, 300. Два берем. 320, окей? Давай, все. Сколько? Здесь надо торговать. 320. Все вместе. Здесь надо торговаться, не стесняйтесь. Да. По чуть-чуть, это интересно. Вот, все. Хотите, взяли. 320. 20 бат. Я должна была это сделать. Здесь как много всего. Сушенка. Ну, конечно, вот лучше везти обратно вот такую вот. Прессованную. У них есть прессованная, есть вот прям сейчас поесть, вот такое, да, если брать. А он, это прям гирляндами это рыба. Да, таскай. Таскай тебе, да? Да. Это тебе на вечер. Пиво. Ну, тоже богомольчики. Кстати, они разные, видите, покрупнее, помельче. Такие огромные устрицы. Огромнейшие. То есть помельче. Очень такие мясистенькие. О, вот это гуд. Привет. За 1000. Два за 1000, один за 600. Ужин. Это, по-моему, столько, а что-то не видно большой. 1000 или 2600. Извините, вас усик убрать. Ты живой? Живой, привет, вот так. О, есть бегать. Почем? Не вижу. А, вот такой большой, да? 3700. За усы. А, 3700, понятно. За усики. Пойдем. За усы. Не трогай, а то вдруг отвалится, да? Ус отвалится. У вас ус отклеился. Да, да, да. Вот снизу, смотрите. О, а ты смотри, что снизу происходит. Посмотри, что снизу происходит. Тазы у них. Арабики. Они там живые. Ну, ни хрена себе тазы. Обалдеть. О, здесь же и зелень есть, и сом там, если хотите, вам сделают. Ой. Это вакханалия, ребята. Это вакханалия. Да. Красота, привычка. Соус. Можно даже попробовать сразу. Это соус. Да. А это вот... Местное, да? Да. Вот это вот... О, очень острое. А это устрица, да, наверное? Устрица. Тушеночка полная, как раз. Зеленуха. Давай. Go. Не тормозим. Go. Пробка. На рынке пробка. Давай, иди вперед, пробка. Под ноги. Надо смотреть. Хорошо, что я высокая. Можно сразу как штатив работать. Рыбка. Тоже по 150. А я предлагаю взять рыбки и пойти вон на бережочек перекусить. Вот сашими. Как тебе такая идея? Да. С чем-нибудь. И соусы прям просто так поесть рыба. Комич косты по 280 уже. Мелкие. И вот здесь вот рядов этих, рядов. Кстати, ты был прав. Действительно, это конец. О, прям тут жарят. Вон, по 240. Смотрите, как издавали. Вон нам приветчик прям жарит. Супер. Ну, такой рынок классный. Так, там так. Да. А то здесь можно застрять. Узенько идешь, там туда-сюда. Атмосфера. Давай по вот этим рядам пройдемся. Ой, как классно. Ой, смотри, какие мечехвосты здоровые. Охренеть. И вон ракушки, смотри, какие классные. Там кто-то выходит. Да. А эти, смотри, прям как чужой. Чуть не острый хвост. Ну, надеюсь, он не острый. И ракушки сразу купить можно. Хотите с жильцом, хотите без жильца. Рис вон есть. Вон, видите, там готовят, жарят, парят. Класс. Ой,
клешни кальмаров. Вов, давай креветочек возьмем маленько. Посидим здесь, не жарко, вон посидим на бережочке. Давай, пойдем купим, там по 240 хорошие видела. Полкило возьмем, погрызем маленько. Три. Сейчас нам погреют. Возьмем несколько штучек. Догоночку. Вот, здесь, короче, это 20 бат, никого народа. Хотели там пожарить, там что-то народу, хрена, там пакетиков этих. Мы решили прямо тут вот пожарить. Вот сашими еще взяли. Сейчас сядем там где-нибудь в сторонке. Вот все. Нам сейчас мои, наши креветочки пожарят. Вот, раз, и все. Да. Гляди на свои креветки. Да. Пересчитай. Так, давайте пересчитываем. Давайте, правильный ответ в комментариях. Ребята, ждем, когда приготовятся наши креветки. Будем сейчас их пробовать. В следующем выпуске обязательно нас подписывайтесь. И смотрите следующий выпуск. Любим, целую, увидимся. Пока-пока.